Это робот или живой человек? Женщину вынули, автомат засунули. Собирать биометрические данные, в том числе голос. Я не хочу с роботом общаться. Где живые люди? Почему Сбербанк онлайн заблокировали? Немедленно разблокировать и провести последнюю операцию. Я ничего не понял. Мне что, карту заблокировали, что ли? Это что такое? Вы что издеваетесь над людьми? Вам что, потом в следующий раз плясать надо будет? Спасибо за уделенное время. Всего доброго. До свидания. Вас тоже скоро на робота заменят? Да? Соедините с живым человеком. И все равно, что отпечаток пальца другим людям отдать. Мы живем там, танцуем, что мы можем сделать? Да, карта работает. Я думаю, только для нас роботы, для вас тоже оказывается.